Є спога для Сергія Єсеніна про його поїздку в Америку. І там такий є епізод. Він пише, що ще він був на кораблі, ще вирішувалось питання, чи дозволять йому вступити на територію Сполучених Штатів. А тут уже кореспонденти набігли. І коли він зійшов на сушу, на територію Америки, то зразу ж побачив газету. Це пройшло там кілька годин. І в газетах уже його портрет, і описано його наряд, так би мовити, його ботинки із шнурками і так далі. Значить, наскільки було це оперативно? І ми з історії американського суспільства знаємо, що американці давно привчилися навіть думати за допомогою газети. І так як газети спрямовують громадську думку, такою вона і складається. А сьогодні тим більше для того, щоб формувати громадську думку, є багато інших засобів. Так що є над чим працювати. А сьогодні автор проєкту медіаосвіти в області, будь ласка, Сергій. Ну, прежде всего, благодарности за организаторам, за великолепную организацию. Мы уже еще не начали, мы уже знаем, мы уже видим, что все хорошо. А уже во всех постельцы, что дело будет. Второе, школьная пресса – это часть медиаобразования. Медиаобразование – это процесс, цель – медиакультура. Инструмент – медиапедагогика. Очень внимательно слушайте технологии, семинары, этот семинар, и вы все равно двухдневный семинар, если вы в школе не сделаете. Вам нужно извлечь самое главное то, что вы должны, можете сделать на уроке, либо там в неурочное время. Это и есть вот умение стрессовать вот огромный объем информации вот в час, в два часа. Это можно сделать. Взять самое главное. Ну а с кем вы работаете уже непосредственно, там ежедневно вы будете рассказывать уже больше и подробнее. И, наконец, наверное, самое главное. Вот мой путь, я тоже начинал с нуля, хотя 9 лет я отдал журналистике, вот, но я даже не подозревал, что журналистика выльется в медиаобразование. Я подозревал только 2 года где-то назад. Я никогда не подозревал, что медиаобразование окажется наиболее интегрирующей дисциплиной в школе. Сейчас я активно занимаюсь не когнитивной нейронаукой. Это будущее у педагогики, нейропедагогика. Потому что мы все то, что мы делаем, описываем словами, не заглядывая в наш мозг. А природа за миллионы лет сделала наш мозг таким, что нужно использовать его, не использовать, а учитывать его особенности и возможности. Всеобщее мнение всех ученых, что современная школа этого не делает. Разбиение мира на предметы не совершенствует мозг. Еще Эйнштейн сказал, хорошо устроенный мозг лучше, чем хорошо наполненный мозг. Школа наполняет мозг, но не устраивает. Медиаобразование, поскольку это интегрирующая дисциплина, и когда вы делаете медиапродукт, вы включаете туда не только технологии изготовления видео или статьи. Ваш мозг используется полностью, вы используете свой жизненный опыт, мудрость учителей, он работает полностью, у вас мозг активируется. Я тоже недавно узнал, что клетки в нейроны в мозгу не умирают, а интенсивная интеллектуальная работа приводит к тому, что появляются новые нейроны и усовершенствуется структура мозга. И получается, что обучение, самая главная цель обучения – это сформировать хорошо устроенный мозг. Вот этим мы будем заниматься. Дякую, Сергей Аркадьевич.